Так, тут Королевский маркет. О, идемте, там можно фоткнуться с этими, с рыцарями. Давид, хотите фоткнуться тут? Иди, вставай, Давид. Вот сюда. Ого, сейчас, подожди. Какие рыцари, посмотри, Давид. We put it right where you said, in the suit of armor. Yes, good. But which suit of armor? Белочки ищут там что-то у рыцаря. Yes, Gerald, there is more than one. In fact, there are more than 625 suits of armor in the castle. Oh. Come on, let's get this helmet back on and go check that armor over there. We've got a long day ahead of us. Что там? А, это такие мечи, да? Тоже все сделаны тут с Лего. О, 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 ой, Давид дает. О, этот плачет. Давидон, смотри, Ангелина. Are you for real? Я тоже. Эй, и ты бояться не будешь на таком? Ну это вообще большая горка, вы чё, ребята? Ты что, не хочешь больше кушать? Он всем дает. А, все! Ням-ням-ням-ням-ням. Вкусное? Какой у тебя вкус мороженого? Какой вкус? Клубничка? А какой, малинка? Ну, клубничка. А, клубничка. А у тебя какой вкус? Кофе. Кофе? А разве детям можно кофе? Ты что? И мама, конечно, кушает тоже мороженое. Мама не может жить без мороженого. Так, ну сейчас мы пойдем на такой страшный такой райд. Горку такую. Окей. Доедайте мороженое и пойдем. Так, Давид, ты готов ехать на такой... Карусельки. Что это, карусели? Горка, да. Тут это мы внутри замка такого. Вон. И сейчас мы в туннель туда поедем. Вообще классно. А, наверное, снимать нельзя по дороге, да? Не, наверное, нет. О, поехали уже. Сейчас мы следующие. Давид не боится? Давид. Нет, ну вот он вообще смелый. Страшный. Другие детки боятся. О, хвост там, да. Другие детки боятся. Мы следующие. Там оно будет быстро потом ехать. Я буду вас снимать. А Ангелина боится? Нет. 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 Ну ты еще на таком не каталась сильно, большом. Нет. Так. Тут смотри. Тебе не страшно, Давид? Дракон, смотри, какой дракон там. А вот тут золото всякие. Во, какой дракон. Вон. Вот дракона. О-о, сейчас будем ехать быстро. Я не могу. Тебе не страшно? Нет. Ну все, сейчас будет. Очень.
Сейчас очень быстро будем ехать. Держись. Тебе не надо держать? Ну ты держись. Как у тебя дела? Не боишься? Нет, забудем. О, сейчас будет страшно. Сейчас будет страшно. Воу. Поехали. Давите. Аж папе страшно. Ангелина, пока. Давай, доча. Не едет? Лошадка уже устала. Вот Давида лошадь. Прибыла. Сейчас Давид как рыцарь поедет. Сейчас я спрошу, сколько тебе годиков скажешь? Four, да? Four. And how old are you? Four. And can you put your hands up with me? Давид! О, вон Ангелина едет. Ангелин! Все, Давид поехал. Рыцарь наш на коне. Поскакал на коне. Он такой же сидит, качает ее. Эй, ты чё так быстро едешь? Ты чё так быстро скачешь на коне? Ты тормози коня, сынок. Головой так мотает. Вот а где наша девочка? Кадр. Девочка там, он где-то далеко едет. Давид, хочешь на такую горку? С видом, как людей кидает, вообще прикольно. Над водой еще. Робот так. Че, идем туда? Да вас, может, туда не пустят. Сейчас идем узнаем. Вот это горка. Только сюда нельзя идти, когда только покушал. Как роботы какие-то. Ангелинка боится, да? А Давид не боится ничего. Вообще прикольно. Еще над водой. Ну да. Вообще. Там так мужичок смешно смеется. Вот это да. Поехали дальше. Посмотри на ослика. Посмотри. Так, пошлите, вон горка какая классная. Идемте туда. А я тоже хочу. Такие тут змеи.
из Лего. Вот стоят, ждут. В очередь тут такая горка большая. Вон наши ребята сейчас поедут. Машу. Поехали. Пока ждем в линии, детям можно играться. Такие Лего везде раскиданы. Конструктор. Ангелин, Давид. Что там, классный конструктор? Классный конструктор. Так, что это вы тут строите? Лего! Лего Лэнди! А что ты строишь? А Давид, он какой-то мост делает. Давид, что ты делаешь? Что ты строишь? Ничего, просто так? Домик делаешь? Тут он целая куча всякого Лего. Для детей сделано. Там он и большие всякие есть блоки. Они мягенькие. Так, сейчас уже скоро наша очередь подойдет. Эй, на машине сейчас будем ехать. Я буду стрелять. Да. Давид, поедем сейчас на такой горке? Воу! А что это такое? Смотри, там такой осьминог. А, на таких водяных как бы машинках гонять. Ой, прикольно. Оно брызгает еще. Я поеду? Да. Все поедем на этом. Или ты с папой хочешь? С кем поедешь? С Ангелиной? Смотри, они как по воде едут, Давид. Класс. По водичке будем гонять. Эй! Вы готовы ехать? Мы будем быстрее вас. Давид! Мы сейчас от них... Мы на них брызгать будем, да? Будем так быстро ехать и брызгать. Но мы на вас будем брызгать водой. Поехали, поехали. Да, рули, Давид. Ничего себе. Ты только не выпади. Эй. Рулить не умеете. Давай, рули, Давид. Вот так, вот так, туда, туда. Брызгает на нас. Вода брызгает. О, Давид! Смотри, мы как разворачиваем.
Давид, рули! Фу, нас не попало в это. О, Давид, ты чё? Ой, сейчас брызгать будет. О, Давид, ну ты рулишь вообще. О, на них намочила. Сейчас на вас опять. Давай, рули туда, туда, туда. О! Стой, стой ровненько, вставай, ножки. О, вот она нас. Мы мокрые уже. Все, приехали. Ну как тебе, Давид, смотри на папу. Смотри, на них брызгает вода. Давид, Давид, как тебе, понравилось? Да. Вообще класс, да? Что тут такое? Ух ты, смотри, какой жираф. Во, как они так делают вообще? Класс. А, тут детям играться просто? Ух ты! Там кран такой. Иди сюда, Давид. Не, а там, там он можно туда. Давид! Вы чё? Идем еще посмотрим, где еще есть. Идите сюда, смотри, тут много везде. Вот тут. Сидите себе и стройте. Смотри, там все, всякие тоже. О, Давид, вы чё? Улитка на жирафе. Улитка. Где? А, ты как увидела? Я даже не заметила. Все из лего сделано. А смотри, вот это тоже выложено с лего кусочков. Вау, вот классно, мэн. Вот умеют, да, делать? Ну, как они так делают? Это ж сколько надо было собирать его сидеть? А это что называется лего? Пойдемте. О, смотри там, смотри, голова чья-то тоже. А тут, смотри, буйволы такие. Пошли посмотрим, что там еще. О, гоняй. Ух ты. Класс! А, тут строишь... Строй машину, сына! Вот бери машину! Придумывай, как построить машинку! А потом будем пускать машинки! Смотрим, чья быстрее будет ехать! Колесики надо найти! Сейчас найдем колеса! Давид! Давай будем выбирать какие-то лего подарочки. Хочешь? Ангелинка, ты тоже выбирай, что хочешь. Тут такой большой магазин лего. Покупаем.
Идем, Давид, будешь выбирать. Какие хочешь Лего себе конструктор? О, смотри, тут всякие вертолетики такие. Давид, у тебя глаза разбегаются, ты не знаешь, что брать, да? Смотри, тут пожарники есть. Так, давайте будете показывать, что вы сегодня купили. Давай, я первая начну. Показывай, Ангелинка, какой тебе купили. Первая, вот это. Садись, а. Что там у тебя? Которые горят ночью. Бабочка. Бабочка такая. Да, горят ночью. И светится все. Ночью, да. Да? Да. А смотри, магазин Лего. Лего, друзья, friends. Да. Да, ну что там, давай я сниму. Тут такой магазин, тут такой магазин, классный. Там девочки, мотоцикл, да. Продукты даже. И две девочки. И домик такой, а ну переверни, посмотрим, что там идет в этом наборе. Тут еда. И косичка даже. А ну, сколько там кусочков Лего? А ну переверни, давай посмотрим, давай сколько посмотрим. Там. 388 писес. Ого. Ничего себе. А теперь, Давид, давай показывай свои. О, у Давида тут. А. Тут что надо такое? Тут спасать. Спасательное такой вертолет там. А, ниндзя такие. Вау. Ниндзяго. У Давида от 4 до 7 172 кусочка. 9-2 ниндзяго. А ну давай еще один показывай. Одинаковый. Нет. Но одинаковый брендинг. Давай, а тут еще один. Тоже у Давида. Давай поставим. Ага, что тут у нас? А, ты открываешь им как маленькие сумочка. Да, оно идет как в таком чемоданчике. А ну, бери ручку. Тут тоже идет вертолет, заправка, да, по-моему? И мотоцикл. Огонь еще какой-то. Класс! Что, вам понравилось сегодня в Леголенде? Скажите мне, Давид. Очень! Очень понравилось, доченька? Да. Давид, а тебе? Завтра еще приеду. А что тебе самое больше сегодня понравилось там? Что самое? На машине той. На машине той? Да, она очень. Ангелинке что понравилось? А мне дракон. Ты имеешь в виду на ту качельку, которую тебя не пустили? Да. А, Давидку не пустили там на одну качельку, потому что он по росту не подходил. Так расстроился. А моя дракон не очень. Дракон понравилось? Да. Такие, да, классные. Ну, какие-то чуди. А? Там какие-то плохие. Там плохие какие-то? Да. Да. Ну, ладненько, а завтра мы куда опять пойдем? Лего. Опять пойдем, только мы пойдем в Лего водяной парк. И будем все мокрые, там будет все такое брызгать, всякие водяные качели. Давай, открывайте. Давай. Ну все, пока. Пока. До новых встреч.